Сегодня приступил к работе Слободейский райсовет нового созыва. На первой организационной сессии депутаты выбрали нового председателя из Слободеи Владимир Хорошилов. Все депутаты Слободейского района прибыли сегодня на первую сессию в новом составе. В районе 34 избирательных округа. Это 14 депутатов сельсоветов, 6 депутатов от города Слободеи и 14 представителей. Это главы сел и поселков, которые избираются народом. Вообще депутатский корпус обновился более чем на 70%. Это молодая перспективная команда, отметили сегодня на сессии. Самые молодые депутаты в Карагаше и в Коротном, 29 и 27 лет. Соответственно, половина депутатов – это люди не старше 40 лет. Это мужественные люди, те, кто на себя взял такую ответственность, будучи не большими политиками, они взяли на себя смелость быть депутатами и делать все для того, чтобы реализовывать желания избирателей, наказы избирателей, их огромное количество, потому что много проблем. И, конечно, очень важно любить людей, хотеть изменить жизнь людей к лучшему. Первый вопрос на повестке – избрание председателя Совета народных депутатов Слободеи и Слободейского района. Была предложена одна кандидатура, новая кандидатура. Депутаты тайным голосованием единогласно поддержали предложение. Новый председатель – это Татьяна Залевская. Это она самый молодой депутат в новом составе, депутат от села Коротная. С отличием, золотой медалью окончила школу и с отличием Российский университет дружбы народов. Это достойный человек, молодой человек, потому что я думаю, что дотация должна быть какая-то, поэтому я также поддерживаю. Старейший депутат района Иван Кирка отметил, это шаг к омоложению депутатского корпуса и руководящего состава, это ориентир на молодежь. Заместитель председателя Верховного Совета Галина Антюфеева и председатель Горсовета Тирасполя Вадим Дони вручили цветы и поздравили с назначением. 5 лет мы вместе с вами в этом зале решали те или иные вопросы, проблемы, принимали непростые решения. Я вел свою деятельность в этот период депутатом Верховного Совета. Мне приятно, что в принципе, как и в Тираспольском городском совете, так и в Слободейском районном совете и в других советах нашей республики пришли частично новые люди с новыми мыслями, с новыми идеями. Мне очень импонирует, что председателем районного совета является молодой перспективный человек Татьяна Дмитриевна. Я надеюсь на консолидированную и правильную работу в будущем, так как это наш единый Слободейский район. Нам предстоит огромная работа и, естественно, мы все вместе сможем справиться. А вот комментарий самой Татьяны Залевской предлагаем послушать. Это очень ответственная должность, это очень серьезный вызов. У нас совместно с командой достаточно много планов, целей. Мы хотим развивать район, чтобы о нас знали, чтобы о нас узнавали, развивать аграрный сектор еще больше. Хотим работать на благосостояние района, на благосостояние каждого округа, да, не только Слободеи как центра, но непосредственно и сел всех в том числе. Слободейский район – самый большой район республики. Работы для депутатов здесь по традиции много, и это сейчас главная задача для нового состава депутатов. Из Слободеи Владимир Хорошилов, Михаил Белый, ТСВ.